С вами Артур, и сегодня у меня в ремонте вот этот ужасный автомобиль. BMW это, и мне его придется ремонтировать. Итак, двигатель люди вытащили, я снял подвеску, и вот эти все поврежденные части я заменю. То, что не меняется, будет ремонтироваться. Итак, вот такую часть донора мне притарабанили. То, что мне надо, я возьму. Остальное выкинем. Итак, первым делом удаляю все поврежденные части. То есть арку колеса с горшком и часть передней стойки. Лонжерон здесь практически на месте. Конкретных заломов я не нашел. Поэтому трогать не будем. Основная проблема здесь, то что здесь горшок алюминиевый, и он стоит на заклепках. Итак, удалил разную пакость, ненужные части металла. Все это зачистил, почистил. И теперь буду равнять те детали, которые не меняются. Не меняются они просто по одной причине, либо проблемные, либо просто незачем. Ну вот лонжерон в основном целый. Тут вот чуть вмято. И я отбойным молотком. При помощи сварки, а не споттера. Потому что такой толстый металл споттер не берет. Все. Рихтую и ремонтирую. Где надо, подвариваю. Когда я здесь закончу, займусь донорским куском. Буду его рассверливать. Итак, рассверлил донорский кусок и теперь примеряю на машине эту часть. Но с первого раза ничего не бывает хорошо, немного не подходит, и поэтому я делаю измерение, в чем проблема. Ну, проблема выяснилась только небольшая. Левый лонжерон с битой стороны немного поднят вверх, и надо его опустить. После работы с лонжероном я прикручиваю некоторые части переда, прикрепляю колесную арку с горшком, что-то на саморезы, что-то на зажимы, что-то скручиваю и делаю измерения. Чем больше измерений, тем точнее будет работа. У меня здесь все прекрасно получилось. Итак, теперь я буду устанавливать уже серьезно колесную арку с горшком. Места алюминия я приклепываю на железные заклепки, но перед этим намазываю эти места клеем. Заклепки железные. И мне пришлось помучиться простым клёпстером их заклепать. Очень шли тяжело. Ну а там, где металл, естественно, я буду сваривать.
Итак, основную часть арки колесной я сварил, склепал, склеил. И теперь я буду сваривать остальные части, взятые из донора. А теперь начинается самое веселое — усилитель передней стойки. Прежде чем ее сварить, я примеряю дверь. Надо, чтобы зазорчики все были нормальные. И если я перед этим все правильно сделал, то долго мне мучиться не придется. Мне нужно просто выставить будет переднюю стойку, прикрутить нормально дверь. Если все зазоры прекрасные, то я ее свариваю. Итак, у меня это получилось. Зазор на месте. Можно варить усилитель стойки. Ну а теперь мне надо облагородить эту часть машины, то есть приварить весь внешний металл. Ну что, друзья, основная часть работы уже закончена. Теперь я решил покрасить кишки, чтобы потом проще было. И затем буду все прикручивать, примерять, смотреть зазоры. То есть устанавливать двери, капот, бампер, крылья, фары.
Итак, работа с железом идет к концу. Остались последние примерки, регулировки. И на этом работа моя заканчивается. Собирать машину, красить будут уже совсем в другом месте. Больше мы ее не увидим. Ну что, друзья, вспомним, как оно было. Итак, машина до ремонта, машина после. Ну а я с вами прощаюсь. С вами был Артур. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!